МЧС России увеличивает группировку для тушения пожаров в Сибири, где горит уже почти 150 тысяч гектаров тайги, на 30 тысяч больше, чем в начале недели. Особенно сложной остается обстановка в Бурятии и Иркутской области, в районе озера Байкал. Сегодня эту территорию осмотрел с воздуха глава МЧС Владимир Пучков. Министр прибыл в регион, чтобы проконтролировать ситуацию. В Сибирь уже дополнительно направлены самолет Ил-76, амфибия Б-200, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8. В большинстве районов, особенно в Бурятии, применять наземную технику в связи с полным отсутствием дорог и горным рельефом невозможно. С нами борт Ил-76, который будет активно участвовать в тушении пожаров. Этот самолет, вы знаете, 40 тонн воды сбрасывает одновременно. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. Обстановка может измениться в любую секунду. Поэтому мы ее должны держать под постоянным круглосуточным контролем. Что мы будем делать? Между тем, в двух регионах, на Алтае и в Забайкальском крае, где прошли сильные дожди и лесные пожары прекратились. Погода меняется и в Туве, там тоже все лето горит тайга. Сегодня похолодало, синоптики обещают осадки.